Когда человек вот говорит, мне нравится, допустим, как вот у этой женщины все сложилось. Не говорите просто мне нравится или просто об этом думать. Попробуйте вот что сделать. Попробуйте почувствовать, встать и сказать, так, а как я себя чувствую, что вот я, например, там хозяйка салона, там, да, или я там глава компании, или я там менеджер в какой-то корпорации. Как я себя чувствую? Как бы я зашла? Как бы я говорила? То есть это своего рода такое театральное искусство, но оно жизненное. Попробуйте себя послушать, потому что зачастую человек просто не может каких-то определенных вещей сказать. У меня были такие моменты на консультации, когда там человек, например, открывает бизнес, и он даже не мог просто принять человека на работу, и мы это проговаривали. Потому что, оказывается, человек не может никак войти в то, чтобы просто провести интервью. И таких примеров их, в принципе, масса.